Здорово, сегодня поедем на лодку. Какие лодки? Яхты? Не, ну яхты прикольно. Я убираю, я же ответственный. Мне просто неприятно, вы со мной туда ходишь. У меня такая идеология, начинай всегда с себя. Хочешь спастись? Спастись. Не, хочешь как бы поменять мир, типа, извини себя и вокруг себя извини себя. Что-то такое. Немного пафоса, но воля правды очень большая, как есть. Я уже заметил, что, в принципе, работает. Блогер, маньяк старости просто. Что, он заразился идеей? Не, он сейчас... Втихаря меня снимает? Да. Мы отправляемся в плавание. Сегодня у нас самое настоящее приключение с морским волком Виктором. Виктор от слова «победа». Была такая мужчина в Советском Союзе, «победа». Я тебе расскажу про табак. Смысл такой, что это такой кубиковый больше. Трубочный кубиковый, а знаешь, что это значит? Что кубики там прямо... Это значит, что он дольше курицы будет. Получается разграничение, как идет. Мы должны держаться вот там вот красный буёк, а где зеленый? Да. А где еще будет фарватер? Это я все но знаю. Но они не везде стоят именно пары. Да. Там, где парного нету, да, скажем, вот слева и справа, и зеленого нет. Да. Там считается, что как бы до берега нормальная глубина. А. То есть мы должны левым бортом держаться. Мы, в принципе, если место незнакомое, да, если я не знаю, какая глубина по краям, да, то я держусь между двух на фарватере, да, между буями. Ага. Здесь просто я знаю, где какая глубина и где мне хватает. Ага. Трэш, Дена! Так и хочется спросить, типа, вот этого судна, what's your range? Смотри, не... What's your range? Смотри, не латвийский флаг, да? Это Cry Steps, what's your range? Как этот флаг называется? Ну вот на российских судах, знаешь, тоже, типа, не российский, а андрейский флаг, типа, знаешь, похож на шотландский, только наоборот, белый, да, вот, я не знаю, а этот, вот, видишь, кстати, вот этот флаг... Я очень часто где-то вижу. Ну вот еще турист это военно-морской. Военно-морской латвийский. А это вот это что за судно? Катамаран? Катамаран нет? Просто, да? А это да, это весьма скоростные катамараны на подводных крыльях у них как-то начинается. Офигенная вещь, да? Ну они стали хоть подкрашенные здесь. Раньше стояли здесь сюда все облезлые. Сейчас более-менее приличный это, хоть вид. Это вообще новые довольно. Это новые вообще проекты.
Так вообще, на самом деле, ну, если от Вацмалдрависа по речке, да, то 10 минут, а если машины, то, блин, пара часа. Могли бы водный транспорт допускаться? Да, я же говорю, вот, вот здесь вот на причале ракеты, вот то, что я рассказывал вначале. А ты же, кстати, плавал? От Кенгаракса куда-то там? Я вот от межапарка прямо садились снова, прям на ракете за 15 минут. Это дико глупо было. Вот здесь где-то, по-моему, где этот яхт-клуб, по-моему, здесь вот у этого причала выходили, просто проходили пешком до дома. О, начинается. О, да, вот этот райончик, вот такой, колоритный. Ну, видишь, он даже попытки утепления дома кто-то сделал. А? Попытки утепления дома, видишь там? Да-да-да. А мы, кстати, ездили, походу, вот в этот дом как раз, когда в дом управления смотрели, что типа у них нету даже воды в этом доме. Нету? Да. Да ладно. Да. Им обязаны, ну, им как бы обязаны по закону предоставлять воду, да? В ближайшие как-то. Ближайшие 20 лет. Не, ну недалеко, чтобы было, да? А этого даже не делается, в общем. Почему ничего страшного? Ну, потому что, типа, все забили на них, знаешь, они сами на себя забили. Должно получиться хорошее видео, интересное, как мы в море там. Вот, выходили. Как нас почти не это самое, не затопило. Когда я сидел здесь, у этого борта, там, так казалось, вода уже того и гляди, сейчас начнет сюда заливаться. Когда там уходишь по волне, и следующая тебя накрывает. Хотя если волна, по идее, так конкретно тебя бьет вообще в бочину и парусом чуть-чуть, ну как бы, тебя наклонило, да, нормально, вот как нас сегодня, да, и волна тебя прям большая сюда в бочину, так хрясь, и ты туда себе 10 ведер залилось. Угу. Бывает? Может же быть такое? Ну, пару ведер, ну не знаю, не было, да, вот. Даже было... двух ведер не было? Не. Да? Обратное, да, такое, ладно, она будет.